Сегодня в центре «Вершина» проводится прекрасное соревнование, где пришли семьи Белгородского ополчения, участников специальной военной операции. Уверены, что сегодняшний праздник пройдет в хорошей дружеской атмосфере и представить возможность всем участникам, нашим защитникам, нашим героям проявить свои лучшие качества, упорство и спортивное мастерство. Мы уже успели поиграть и в дартс, отстреляться. В дартсе девчонки кинули лучше, чем папа, хотя папа очень сильно старался, но у него не получилось набрать столько же очков. Результатов пока не знаем, но, я не склонен в них сомневаться. Они у меня самые лучшие, отстрелялись хорошо. Теперь очередь будет за мной. Настольный теннис мне, конечно, не очень по силе, но главное в этих играх, конечно, не победа. Главное получить заряд позитива и, может быть, научиться играть. Только нужно положительные намечать себе цели, стремиться к ним и добиваться. Вдруг, если даже не получится, иди снова и повторно все равно добьешься этой цели.